Hello, friends. We continue. Мы с вами далее разбираем список правильных глаголов. Останавливаться. Stop. Я остановился здесь. Значит, помните, у нас с вами некоторые глаголы удваивались в прошедшем времени. Помните, например, предпочитать. Было preferred. Или, если британский вариант, путешествовать в прошедшее время, это traveled. Traveled. То же самое и stopped. Просто нужно запомнить, что двойное P. Вот двойное, мы говорили, это double. Double. Значит, говорят, double P. Double P. Двойное P. Double P. Stop. Я остановился здесь. Я остановился. I stopped. Здесь. Here. I stopped here. Я остановился там. I stopped. Там. There. I stopped there. Я остановился рядом с этим местом. Я остановился. I stopped рядом. Near. С этим местом. Вот смотрите, рядом с чем-то это есть near. То есть никакие предлоги здесь не нужны. Рядом с этим местом будет I stopped near this place. I stopped near this place. Я остановился рядом с тем местом. Я остановился. I stopped рядом near с тем местом. That place. I stopped near that place. Общаться. Communicate. Communicate. Я общался с различными людьми. Я общался. I communicated. Видите, звук Т на конце, поэтому ид. I communicated. С, with, различными людьми. With different people. I communicated with different people. Я общался с людьми из других стран. Я общался. I communicated с людьми with people из... From других стран. From other countries. I communicated with people from other countries. Я общался с людьми из различных стран. Я общался. I communicated с людьми with people is from различных стран. From different countries. I communicated with people from different countries. Следовать. Например, какому-то совету, рекомендации. Follow. Follow. Я последовал твоей рекомендации. Я последовал. I followed твои рекомендации. Your recommendation. I followed your recommendation. Prefer traveled stopped. Я так prefer, так preferred. D traveled, D stopped, T. Обратите внимание также на окончание и на правописание. Stop. I stopped here. I stopped there. I stopped near this place. I stopped near that place. Communicate. I communicated with different people. I communicated with people from other countries. I communicated with people from different countries. Follow. I followed your recommendation. Я последовал твоему совету.
Я последовал. I followed твоему совету. Your advice. I followed your advice. Я последовал этой рекомендации. Я последовал. I followed этой рекомендации. This recommendation. I followed this recommendation. Я последовал его совету. Я последовал. I followed его совету. His advice. I followed his advice. Продолжать. Continue. Я продолжил это. Я продолжил. I continued это it. I continued it. Я решил продолжать. Я решил. I decided продолжать. To continue. I decided to continue. Мы решили продолжать этот курс. Мы решили. We decided. Продолжать. To continue. Этот курс. This course. We decided to continue this course. Рекомендовать. Recommend. Он рекомендовал этот канал. Он рекомендовал. He recommended. Этот канал. This channel. Видите, звук D, поэтому id. Есть continued. Continued. D. И followed. Же гласный звук, мы говорили D. He recommended this channel. Она рекомендовала эту книгу. Она рекомендовала. She recommended эту книгу. This book. She recommended this book. Они рекомендовали эти материалы. Они рекомендовали. They recommended эти материалы. These materials. They recommended these materials. Она рекомендовала эти ресурсы. Она рекомендовала. She recommended эти. These ресурсы. Resources. Видите, resource. Resource – это ресурс. Resources. Также не забываем правильно произносить окончание. Resources. Ресурсы. Например. Мой учитель рекомендовал эти ресурсы. Мой учитель. My teacher. Рекомендовал. Recommended. Эти ресурсы. These. Ресурсы. Resources. My teacher recommended these resources. Или, например, мой друг рекомендовал эти очень полезные ресурсы. Мой друг. My friend рекомендовал. Recommended эти. These очень полезные. Very useful. Ресурсы. Resources. Или, например, материалы. Very useful materials. Materials. I followed your advice. I followed this recommendation. I followed his advice. Continue. I continued it. I decided to continue. We decided to continue this course.
recommend. He recommended this channel. She recommended this book. They recommended these materials. She recommended these resources. My teacher recommended these resources. My friend recommended these very useful resources, or my friend recommended these very useful materials. Верить. Believe. Я поверил ему. Я поверил. I believed ему, him. I believed him. Мы поверили ей. Мы поверили, we believed ей, her. We believed her. Они поверили нам. Они поверили. They believed нам, us. They believed us. Он поверил мне. He believed me. He believed me. Отдыхать. Расслабляться. Relax. Relax. И видите, believed. The. The. А вот recommend it. Распомним три случая. The, id, it. Обращайте на это внимание. Relax. Я отдохнул немного. Я отдохнул. I relaxed немного, a little. I relaxed a little. Я отдохнул чуть-чуть. Я отдохнул. I relaxed чуть-чуть, a bit. I relaxed a bit. Я отдохнул достаточно. Я отдохнул. I relaxed достаточно. Enough. I relaxed enough. Я отдохнул мало. Значит, смотрите, a little – это немного, а мало – это просто little. I relaxed little – мало. Или я мало отдохнул. Также вы скажете, смотрите, я мало отдохнул. I relaxed little. Или то же самое, смотрите, я достаточно отдохнул. I relaxed enough. Или я чуть-чуть отдохнул. I relaxed a bit. Или я немного отдохнул. I relaxed a little. То есть именно такой порядок слов, обращайте на это внимание. Все эти подлежащие, это рассказуемый или глагол. И как раз что к этому относится, вот эта фраза. Тоже запомните. Далее. Я отдохнул после своей работы. Я отдохнул. I relaxed после. Значит, после это after. Помните, выражение было the day after tomorrow. После своей работы. After my work. Стоящее выражение. After my work. I relaxed after my work. Я отдохнул слишком мало. Я отдохнул. I relaxed слишком мало. Too little. I relaxed too little. Контролировать. Control. Control. Я проконтролировал это. Видите, опять же, некоторые глаголы удваиваются, это нужно запомнить. Видите, controlled. Controlled. Я проконтролировал это. I controlled it. My friend recommended these very useful resources. Or my friend recommended these very useful materials. Believe. Видите, читаем не be, а be. Believe. И believe. I believed him. We believed her. They believed us. He believed me. Relax. I relaxed a little. I relaxed a bit.
I relaxed enough. I relaxed little. I relaxed after my work. I relaxed a little. Control. I controlled it. Я все проконтролировал. Все проконтролировал. Значит, помню, что вначале говорим глагол. Получается, I controlled все. Everything. I controlled everything. Любить. Love. Он любил ее. He loved her. Она любила его. She loved его, him. Но опять же, можно строить более сложные предложения. Например, он любил ее, и она любила его. Смотрите, он любил. He loved ее, her, и она, and she любила, loved его, him. He loved her, and she loved him. Гулять. Вот есть такой глагол, еще его нужно правильно произнести. Walk. Walk. Вот смотрите, это чистое О. То есть L здесь не читает, звук L здесь нет. Это walk. Walk. Это знаете, как на словах? Call. Call. Или ball. Это просто долгое О. Walk. 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 Например, я гулял в парке. Я гулял. I walked в парке in the park. Помню, что in the park это устойчивое выражение. I walked in the park. Я гулял в лесу. I walked в лесу in the forest. I walked in the forest. Мы гуляли в парке. We walked в парке in the park. Так, я сейчас вижу ваш вопрос, отвечу. Еще одно предложение, отвечу на ваш вопрос. Мы гуляли в лесу вчера. Мы гуляли. We walked в лесу in the forest вчера. Yesterday. We walked in the forest yesterday. Смотрите, действительно, в чем разница вот глаголов walk или же work? Смотрите, это чистое О. Это чистое О. Видите? Walk, walk. А это er. Это как, соответственно, girl, er. Girl, girl. Или еще есть такое слово, например, как птица. Bird, bird, girl, girl. А это, как мы с вами говорили, о, просто долгое о. Ball, ball, call, call. А это получается er. То есть еще раз, смотрите, я гулял, это будет I walked, walked, I walked. То есть просто такое долгое о. I walked. I walked, walked. А это я работал. I worked, I worked. I worked, I worked. Вот так что разница. Это, я думаю, важный момент тоже. I controlled everything. Love. He loved her. She loved him. He loved her and she loved him. Walk. Call. Ball. I walked in the park. I walked in the forest. We walked in the park. We walked in the forest. Действительно, может быть, со слуха тяжело понять, и разница на самом деле очень маленькая, кажется, но, по крайней мере, вы должны понимать, что разница есть. Ведь это о, а это р. Но, опять же, со слуха может быть похоже, понимать даже из контекста. We walked in the park.
we walked in the forest. Потому что если вы скажете we worked in the park, это будет мы работали в парке, а мы не we worked. We walked in the park. We walked in the forest yesterday. Walk, ball, call, work, girl, bird. I walked, I worked. My friends, thank you very much. Let's continue.